Про затвердження комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових структур в межах 3-го мікрорайону в місті Южного Одеської області. Я так розумію, ви про все домовились? На комісії і так далі. Нема питань? Ні, там 23-й. Ні, я за 43-й говорю. Ні, ну там за форми. Я думаю, що там була нова редакція, от, остання. От, я не знаю, у кого зараз яка на руках. Я знаю, как бы, последнее. Вот, значит. Козак, что у нас там? По схеме. Залишается все, как есть? Нет. Ні? Нет. Сейчас я предлагаю все-таки, чтобы депутатам все-таки раздали какую-то единую схему, потому что на комиссии у нас было две схемы, и сегодня третья схема. А кто третью? Кто третью разработал? Ну, управление архитектуры делало с учетом комиссии. Она убиралась, если нумерация вся изменена, если посмотреть протокол нашей комиссии, то она не соответствует уже с последней. Сергей Николаевич, вы сделали... Вчера 4 гектара занесли бы. Ти що на це? Ти що комісія? Третій варіант вчора був занесений. Хто? Хто в нас комісії, які розглядали? Всі комісії? І що, кожна комісія вносила свої плани, не йшли до спільного знаменника? Середній варіант. Середній варіант. Ну да. Он каждый раз, когда переделывается, просто меняется нумерация. Кто остальный нумерация? Хвилиночка. Подожди, зараз, хвилиночка. Шановні, є земельна комісія. Земельна комісія тут за головну комісію, то, що відноситься до депутатської роботи. Всі комісії свої пропозиції повинні внести в земельну комісію. Голови комісії сісти, відпрацювати це питання і винести на розгляд сесії. А Рішака повинен то, що ви затвердили, потім внести конкретно вже на розміщення. Все. А ми так, кожен, хтось собі вніс пропозицію, винесли Рішака, безумовно, кожен не буде згоден, тому що він щось тут не може знайти общого знаменника для всіх комісій. Це як повинно бути. Є головна комісія, земельна комісія. Вона розміщає всі свої пропозиції туди, домовились, приймають рішення, виносять на сесію. Все. Будь ласка. Да, будь ласка. По цьому питанню я хотів би сказати невелику річ, звісно. Значить, ця схема викликала, звісно, резонанс у всіх депутатів. І вона викликала не тільки депутатів, я знаю, що і населення там некоторі Так что не могли договориться. Я бы хотел сказать так, что то, что мы поимели сейчас и вынесли нам на сессию, это, конечно, упущение, если так мягко сказать, управления архитектурой. Я хочу напомнить всю историю, как это все происходило. 2007 год, придомовые территории все по городу Южному, внутри квартала у нас нету белых мест, только придомовые территории. Было принято решение о том, что наложить мораторий на размещение на тот момент мафов называемых. Сейчас это тимчасовое спорудование, но в принципе то одно и то же. Вот. И это как бы решение у нас работало. За это время мы не раз рассматривали вопрос касательно придомовых территорий. И придомовые территории, как вы помните, были приведены до какого-то уменьшения. Вот, когда мы рассматривали и тарифы и тому подобное, и тогда мы привели, что у каждого двора была своя территория придомовая, появились у нас микрорайоны белые пятна, так называемые. Затем появилось у нас там в 2008 году при премьер-министре Тимошенко разъяснение, как размещать мафы, и затем в 2012 году, в 2011, извиняюсь, да, Минрегион ГУД дал свое положение, как размещать эти тимчасовые споруды. Вот. Я хочу сказать то, что никто у нас не отменял закон о местном самоуправлении, в котором четко говорится, что распоряжаться землей и финансовыми имеет право только депутатский корпус, совет, то бишь. Вот. Как бы там нам архитектура не говорила, что они землю не раздают, ну это абсурд, они размещают эти тимчасовые споруды, тем не менее, на территории города. Это наша земля. И расставляли их без согласия совета. То разъяснение, которое дал им Минрегион ГУД, когда они отписали, как же нам их расставлять, они там, да, ссылаются на это положение, пункт 2.4.2.5, там ничего не говорится, что управление архитектурой имеет право раздавать, а также статью 31 закона о местном самоуправлении, где ничего не говорится о том, что исполнительная власть имеет право распоряжаться землей. Поэтому я говорю о том, что были превышены на данный момент полномочия. Вот вы, Сергей Николаевич, говорите о том, что земельная комиссия должна утвердить все
тимчасовые споруды, какие тимчасовые споруды, которые поставлены, ну, скажем так, незаконно, мы должны вот сейчас сидеть и разбирать, вот давайте мы их узаконим. Да, ну вот эти 10 дней, которые получили эту схему, мы каждый день почти что ходили по этим тимчасовым спорудам. И даже то, что нам подали, они не соответствовали. И не соответствует действительности. Мы знаем, где у нас возле банка Имиксбанк стоит прилавок и стоит, извините, у меня там какой-то будка с профиля сделанная уже. А на схеме ее нет. Местных архитекторов. Точильная там какая-то там малая архитектурная форма, там ножницы, ножи. Они ее указали вообще, указали на общественный туалет. И таких замечаний очень много. И поэтому эта схема, она вызвала большой резонанс, и я бы хотел, да, мы будем сейчас его разбирать, да, мы сейчас будем его заканчивать, но опять же со сложностью того, что дайте нам все-таки единую схему, любую, первую, вторую, третью, чтобы мы могли от нее как бы отойти, да, и чтобы понимали, за что мы проголосуем. Но я хочу сказать то, что тот, кто в этом виноват, он должен тоже какое-то наказание нести. Потому что мы не должны сидеть и рассматривать ошибки архитектуры постоянно. Вносятся вопросы, которые, ну, как бы, не должны выноситься, не выносятся, проверяются на, если так можно сказать, на реакцию депутатов. Поэтому схему, да, мы сейчас будем рассматривать, будем принимать, но я бы хотел, чтобы все-таки были какие-то меры. Хорошо. Вы мне скажите, вот сейчас по этой схеме, вот это по этой схеме, мы сейчас что, будем сейчас каждую, за каждое отдельно голосовать или как? Как мы сейчас придем к общему знаменателю, Виктор Иванович? Да. Перенести это. Да ну-ка, там люди, там война идет, сейчас переносить нельзя. Да. Пока мы будем переносить еще... Я думаю, уже договорились. Да? Смотрите, что мы сейчас будем обсуждать? Схема этой последней, никого нету. Что мы будем обсуждать? То есть я предлагаю действительно перенести, почему? Потому что четвертый микрорайон мы тоже не рассматриваем. Давайте уже третий и четвертый вместе рассмотрим. Потому что сейчас вот обсуждать, я не знаю, что. Там есть протест прокурора. Ну, пожалуйста, прокурор. Прокурор, пожалуйста. Есть прокуратуры, которые вот... Распоряжение на протест прокурора, да. Да, было подание прокуратуры внесено, была проведена проверка вместе с архитектурой и установлено, что на той почке не соответствуют данные тимчасовой споруды разрешительным документам, которые мы выдавали. Они выходят за пределы и подходят под архитектурный вид, так скажем, да, вот. После чего прокуратура была внесена подание на устранение данных нарушений. Есть распоряжение мэра города о демонтаже этих строений с той местности. Как быть в этой ситуации? Они должны быть еще до 11 числа должны были все быть демонтированы. Дали отсрочку до 21 числа. Надо принимать решения и смотреть, потому что захламлять город и уродовать его, ну, я считаю, это неправильно. Да, пожалуйста. Я считаю так, что мне кто хотел разобраться в этом вопросе, те разбирались. Ко мне обратились люди, мы к земельному, в общем-то, земельный вопрос, к социальной комиссии отношения не имеем. Нам обратились люди. И я пришла на комиссию земельную и сидела, слушала, когда они разбирались. Вместе с ними отработала 3 лишних часа здесь, в этом зале. Поэтому земельную, я думаю, что откладывать этот вопрос ни в коем случае нельзя, потому что там люди, они ждут нашего, вашего ответа. И если мы сейчас отложим, те, кто не хотел, но и опять не будет разбираться, будет ждать следующего заседания, и так будет до бесконечности. Поэтому надо принимать решение. Надо, если Сергей Николаевич готов, ну а давайте наконец отложим этот вопрос. Пусть размножат и раздадут. После перерыва пусть предоставят каждому. Так мы сейчас забьем перерыв. Так нет, зачем перерыв? Можем идти дальше по повестке дня, а потом он, пусть он в конце повестки дня. Владимирика, есть предложение. Есть предложение просто этот вопрос перенести, рассмотреть на конец сессии, последнее, а до этого времени распечатать, дать поручение, чтобы распечатали каждому депутату эту схему, и тогда мы уже будем знать, что, где и как. И в конце сессии мы уже рассмотрим спокойно этот вопрос, тогда уже нас ничто не будет. И вечером в 9 часов вернуться к этому вопросу. Да нет, но этот вопрос надо все равно заканчивать. Все равно надо заканчивать этот вопрос и принимать по нему решение. Сергей Николаевич Назаров. У меня такой вопрос. Сколько времени этот вопрос у нас стоит? Когда прокуратура, если можно вас спросить, вы сделали? Ну,
Еще проверка начиналась с декабря месяца. То есть вопрос о подания было и протоколы все еще в начале, середине января. Спасибо, да. А теперь, коллеги депутаты, еще раз вам говорю, что эта тема у нас звучит ежегодно, два раза в год, весной и осенью. И главное управление архитектуры принципиально ничего не делает. И мы вот эту лапшу, ее слушаем постоянно. Хотим мы слушать дальше. Тоже стоял вопрос о том, что единые формы должны быть четкие, понятные по архитектуре. Единые требования. Если вы не хотите напомнить, то мы об этом говорим, ну сколько я здесь депутат, столько мы и говорим. Хорошо. Умышленно управление архитектуры саботирует решение депутатов. Я это говорю вам просто. Хорошо. Хотим это продолжать. Мы скоропалительно сейчас примем, ничего не поменяем. Мы можем даже не обсуждать. Мы ее сейчас примем такую схему, какая есть. И даже примем переработанную, опять ничего не поменяется. Не хотят люди ничего делать в этом году. Хорошо. Хорошо. Управление. Хорошо. Сергей Николаевич, здесь архитекторов за мою бытность уже их 5 поменялось где-то на этих архитекторах. И вот сколько вы здесь говорите, еще до меня, наверное, то же самое это всегда было, есть и будет. Разве мы не можем навести порядок? Есть требования власти, берется человек, смотрится, из него спрашивается конкретная работа. Хорошо. Договорились. Так что, я все-таки думаю, что действительно, учитывая то, что это сегодня такой резонансный вопрос, и он сейчас бурлит в городе, и люди там собираются, и сейчас сюда собирались идти. Я думаю, что правильно будет, если мы здесь депутаты все-таки выйдем отсюда с принятым решением каким-то. Тогда, ну что, у нас, я думаю, ну как правильно, сейчас... Слушай, можно сейчас Аришаку, допустим, и Сергеем Романовичем попросить, чтобы они могли выйти, отработать эту схему, принести ее, предложить нам на обсуждение. Потому что мы вчера, например, знаю, собирала вчера фракция, и были тоже длинные дискуссии, уже там, не знаю, в который день. И вчера вышли на определенное решение. Я утром озвучил у Аришаки, он отказался изготавливать схему с тем решением, которое было предложено. Чего? Утром в 9 утра. Сказал, что он такого от комиссии не получал. А то, что говорит ему секретарь совета, для него не имеет значения. Тише. Поэтому я думаю, что выговор минимум должен он получить. Тише. Ну, чтоб не умным таким не был. Так, все, не надо, я вас прошу, давайте мы тут... Ну, потому что вы не депутат, понимаете? Вы не депутат, вам слово только с разрешения депутатского корпуса. Сядьте на место, молодой. Присаживайтесь. Сядьте на место, молодой человек, пожалуйста. Давайте так, я сейчас... Тише, подожди, я прошу прощения. Сейчас председатели депутатских комиссий сейчас собираются там в малом зале где-то, сейчас прямо.